Это снова я. Всем большой привет. Начинаем вторую часть. Хочу показать вот эту палетку. Это палетка от Divage в оттенке номер 4. Смотрится она так уже потрепанно. Вверху вот тут под пальчиком у меня зеркальце и вот такие вот интересные цвета. Сразу видно, что оттенки те, которые я люблю, да, чтобы они были сатиновые, яркие. Вот так они смотрятся. Хорошо переносятся. Так, давайте последним сюда. Хорошо отдают цвета. Есть мой любимый зеленый, есть коричневый. И вообще вот эта палетка очень красиво можно сделать макияж очень красивый. Где-то вот этой зеленью оттенить стрелочку, где-то коричневого добавить. Люблю вот эту палетку, очень люблю. Она достойная. Так что от Divage. Вот она, правда, тут вся блестит. И я не знаю, как тут. Вот так. Можно посмотреть. Давайте покажу две палетки. У меня есть от Catrice. Первая вот так выглядит. Мне ее присылала Викуля Попридухина. Так, 0,70 оттенок. Это металлик какой-то. Моя любимая зелень. Вообще бесподобный цвет. Давайте ее пониже вот этой зелени. Как-то мне девочка одна написала, что у вас все одинаковые 40 оттенков одного цвета. Нет, на самом деле каждый цвет ложится по-разному и смотрится по-разному. Ну а потом, кто любит тени, то есть те меня понимают, что... Кстати, смотрите, какая отдача хорошая. Видите, еще сколько осталось этого блеска. Те понимают, что не бывает ничего одинакового. Если нравится, пусть будет. А вторая тоже от Catrice, но уже другая серия. Так, не знаю, ну вот... Видите, наверное, да, какой тут цвет. Ну, кто знает... эту серию, то несложно найти цвет даже по одному внешнему виду. Вот он такой уже красивый, это зеленый. Бесподобные оттенки. Это тоже подарок. Так, хочу показать вот эти два оттенка. Один покупала я, другой мне дарила Оксаночка Александрова. Это от L'Oréal. Вот такая вот серия. Это тоже металлик. 501 и 502 оттенок. 501 выглядит вот так. Это такое розовое золото. Бесподобный. Вообще беспроблемный цвет. Им можно и играть. Его можно... вот с этим вместе. Так, 502, который. Наносить вот этот в уголок глаза, а тот на все веко. Вот, видите, они какие. Между собой они хорошо тушуются и смотрятся. Видно, вот эти вот все металлические, они очень-очень красивые. Но они красивые для тех, кто любит такие цвета. И я хочу это вот несколько раз уже оговаривалась, потому что кто-то придирается потом к словам. Понятно, все индивидуально, все на любителя. Бывает, говоришь, что замечательно, а у кого-то аллергия на какой-то ингредиент. И девочка говорит, ничего не замечательно, очень плохо все на самом деле. Ну, у меня аллергии нет ни на какие ингредиенты. Поэтому для меня все, что у меня есть, все замечательно. От Люмине Катюшка Путякова мне дарила. Так, так, так. Номер один. Вот тут вот вообще нужно под эту смотреть. Оттенок номер один. Беленький он такой. Вот такой чисто беленький. Его хорошо
в уголок глаза наносить, можно под бровку наносить. Можно его соединять вот с таким, например, цветом, ну, когда вот одиночные палетки, и можно их между собой пробовать. Следующий оттенок это уже так, куда вам показать? Ну, давайте я вот так покажу, а вы уже сами увидите, что это. По-моему, первый оттенок, первый номер, да, вот он, номер 001. Тоже сверкающая такая серия, вот я вам при вас открою. Юлюнечка мне дарила эти тени. Видите, они какие интересные. Ну, на самом деле, это вот крышка, это вот, вот так должно быть. Видите, здесь как бы пробочка такая. Ой, я без этого не могу, пусть полетает. Так, как мне с ногтями сюда попасть? Вот он такой вообще прямо блестючий. Красивенный, блестючий. Также он играет хорошо вот со всем этим рядом. Прям вау, как нравится. Так что, ой, выкинула я пробочку. Не зря она от меня убегала. Все-таки убежала. Вот такой оттенок. И хочу показать еще вот этот Color Tattoo от Maybelline тоже. 65 номер Pink Gold. Ну, розовое золото, наверное, да? Это кремовые тени, в отличие от многих сыпучих. Тут на срок годности надо обращать внимание. Если я сильно не обращаю внимания на сыпучие тени, то кремовые. Вот он внизу. И вот так он остается. То на кремовые, конечно. Быстрее срок годности кончится, чем кончатся тени. Их тут многовато. В любом случае многовато. Хотя основное вот это вот стекло, оно, видите, пустое. Сами тени находятся, по сути, в пробке. Вот так. Так, дальше. Сейчас я тут сотру. Ну, давайте еще разочек посмотрим на эту красоту и уже буду стирать. А нет, не буду стирать. Знаете, я что вам хочу показать еще? У меня вот кремовые есть от Oriflame Very Me. Вот в двух оттенках. Давайте я вам их покажу, чтобы уж кремовые как-то вот вместе были. Ищите сами номер. Вот не знаю, это вот один это номер или нет. Нет, это не номер. Ну, в общем, наверное, название идет. Можно на паузу поставить и найти. Просто мне сейчас время жалко. Вот так красиво они смотрятся. Они свеженькие, они новенькие. Прям совсем недавно я покупала. Вот с кремовыми тенями я пытаюсь подружиться, но, если честно, чаще я их откидываю в сторону и беру те, чтобы побыстрее и без всяких стараний. И второй оттенок. А, ну вот и написан, да? Оттенки-то написаны где? Тауповый такой, да? Сейчас посмотрим. Вот так вот он смотрится. Много набрала. Они свеженькие. Вот. Кто-то их пальцем наносит, говорят, девчонки, проще пальцем. Я кистью, потому что мне не просто пальцем, у меня ногти длинные. Так, ну теперь давайте вот так еще раз покажу. Внизу три кремовых и вот все, что я выше показывала. Смываем. Сейчас продолжим. Надеюсь, со мной интересно. Я сама очень люблю такого рода видео, поэтому мне все нравится. Кстати, я тут не все тени вижу, а где-то у меня еще есть мои любимые, а я их куда-то подевала. Ну, я найду, к следующей части найду. Так, вот такие тени. Ой, где тут номер-то смотреть? Ну, вот он номер. 119, не знаю, что это за фирма.
стил. Такая вот фирма. Я ими почти не пользуюсь. Они вот такие вот. Мне в рыжинку тени не подходят. Смотрится не очень. Еще будет одна палетка, тоже я вам там покажу. С такой рыжинкой. Не мое. Мне такие не идут. Поэтому, скорее всего, вот от этих теней я буду... В общем, расстанусь я с ними. Блесточки у нее такие, у них такие. Ну и, наверное, давайте я вам покажу еще вот эти четыре. Это Шерима Шери. И, насколько я знаю, их вывели из каталога. Мне их дарила Жануля. Но я говорила, что теней у меня очень много подаренных. Может быть, я тут думаю больше, что сказать, как показать. И забываю говорить, что это подарки. Вот такая красота. Жалко, если, конечно, их вывели. Тут один блеск. Они немножко, конечно, вот эти блесточки потом могут и по лицу осыпаться. Но смотрится, конечно, восхитительно. И на пальчики они продолжают блестеть. Я такие люблю зимой. И снег сверкает. И приз в этих фонарях. Глазки все прямо светятся. Ну, красивые. Очень красивые вот такие тени. Вторая палетка. Тоже вот не покажу. Видите, они вот все такие подстертые. 703 номер. У этих, по крайней мере, есть номер 703. Но, как Жанна сказала, выводили, по-моему, их. Может быть, это в магазине допродавали. Но, кажется, их вывели. Вот. Вот в этой палетке как раз вот этот вот оранжевый цвет, который мне не подошел. Сейчас я вам покажу. Коричневый хорошо. Вот. А белый я уже много раз пыталась набрать, но белый сложно набрать. Он захватывает боковинки. Сейчас попробую их. И они плохо переносятся. Тут настолько блески, вот эти вот блесточки крупные, что... Так. Видите, прямо никак не нарисуешь. Ну, вот, в общем, вот так. И белый тоже. Тоже блестки очень крупные. И они прямо не хотят передаваться. Больше сыпятся. Вот. То есть вот эта палетка очень капризная. И я с ней особо так и не подружилась. На «вы». Так как я там блестящее, все блестящее люблю, вот так возьму на руке, покрашу и убираю. Чего я не могу сказать о следующих двух палетках. Это тоже Шерима Шери. Тут 807 оттенок. Да, там был 703. Тут вот здесь вот написано 807. И... Вот такой красивый цвет. Прямо он бесподобный. Я его сейчас наберу в двух местах. Вот тут вот в темненьком. И вот здесь вот с бочку в светленьком. Видите, какая разница, девчонки. Вот он такой. Я вот вверху набрала и вот здесь внизу. Этот я просто обожаю. Хотя он тоже с блестками. На блестках даже не фокусирует камера, теряется. Но очень красивый. Он не ярко ложится на глазки. Прямо светленько так. Вот они, видите, один посветлее получается, чуть-чуть светится. И потемнее. Красивый. Вот. Люблю эти тени. И еще одна палетка, тоже Шерима Шери. 908 оттенок. Вот такой сиреневый. Красивый сиреневый. Также с блестками. Он идет так же, прям вот. Блесточки. Вот наверху.
Вот такую вот сверкалочку. Вот они все отдельно, но они мне напоминают все вместе. Вон ту CN Direct палетка, которая вся в блестках. Вот. Вот такие вот 4 палетки. Я их люблю. Я их люблю достать и разглядывать. Вот такие. Пользуюсь, все равно пользуюсь. Ну, часто видите, у меня в косметичках месяц они в любом случае мелькают. Так, рука у меня вся блестящая стала. Так, ну что еще показать в этой части? Давайте я вам еще от Oriflame вот эти вот покажу. И, наверное, мы эту часть тоже закончим. Вот это, кстати, тут лежит, это просто зеркальце. Я его очень люблю. Оно у меня вместе с тенями лежит. Такая красивая тройка. Очень люблю ее. И муж когда-то с командировки привез. Так. От Oriflame вот эти вот однушки, если одним словом, они мне не очень понравились, даже, может быть, совсем не понравились. Но я так по-быстрому буду показывать. Вот так цвет. Ага, тут, наверное, вот пинг, да, вот этот. И буду быстренько делать сводчи. Вот так. Видите, ничего не изменилось практически. Чуть-чуть мело прибавилось. Второй цвет имеет вот такое название. И давайте сделаем тоже сводч. Вот такой серый. Я думаю, что с этими тенями я расстанусь. Так, куда? Вот сюда их. Следующий такой вот зелененький. Почему эти заказала? Попал каталог в руки, на них была хорошая цена, а сама я с Oriflame еще вообще не знакома была и подумала, что будет очень красиво. Думала, будет очень красивый, сочный, зеленый, но вот он оказался вот такой. Он хотя и зеленый действительно, но какой-то он такой мрачной пылью ложится. И последний цвет. Так. Давайте вот здесь посмотрим. И какие-то они вот все 4. Вот так вот он смотрится. Для меня оказались не очень. Если, девчонки, у вас есть такие, вы пользуетесь, расскажите. Но, наверное, вот эти вот светлые на все веко хорошо наносить. Наверное. Ну, вот для меня, который любит все такое сатиновое, блестящее, ну вот это не тени. Поэтому с этими я расстанусь, тенями. Так, ну, наверное, от Oriflame вот этот еще покажу. И все, от Oriflame больше не будет. И, по-моему, вот этих уже теней в Oriflame нет. Мне присылала в подарок Юленька. Ну, давайте я не буду сильно тут фокусировать, потому что это кремовые тоже тени. Как я раньше говорила, что с кремовыми я на «вы». Ну, редко-редко я ими тоже пытаюсь пользоваться. Я пытаюсь подружиться и наносить. Но пока не очень хорошо получается. Вот такой вот цвет. Надо было вместе с кремовыми показать, но я про него забыла. Все, наверное, остальное мы посмотрим в следующих частях. А сейчас я остановлюсь. Вот. Ровно половину мы, наверное, уже просмотрели. Всем спасибо за внимание. Ну и пока прощаемся.